Здорово, народ! Какие дела? Следующее видео каждый из вас видел неоднократно и множество раз. У этого видео больше 26 миллионов просмотров. Это полстраны нашей матушки Украины. Ну а если этого не случилось, то только что я принес свет в ваши темные заблудшие души. I'm sexy and I know it. Ребята просто молодцы, одели пакеты и бегают по улице в голых труселях. Этот явный конкурент только набирает старт. Старт для него. Даже он не может быть явным конкурентом. А конкурентом становится... I'm sexy and I know it. Офигеть! Это видео приобрело столь замечательный момент благодаря некому Петрову. Они поставили видеоролик и составили музыку с этими ребятками. И вот что получилось. Джерри просто крут. А следующее видео будет про детку и репку. Вытянуть. Не может. Опачки. О, блядь. Опача. Зацепилась. Заяц. Иди мыть. О, блядь. Зацепилась за гвоздь. Я думаю, что самокритичное мнение этой девочки, которая явно имеет чувство юмора и чувство такта, которая могла очень тактично посмеяться себя, назвать себя зайцем, это слово такое как «бля» ничего не означает. Блять. Морковка была явно большая. Давайте вспомним детство, ведь каждому из нас во время прогулок хотелось поползать по траве, взять кактус пол, но нам не давали делать это родители. А теперь смотрим и завидуем. Еще раз, Даша, еще раз, туда залезь. Так, а теперь скажи хрю-хрю-хрю. Вы только не думайте, что это реклама хозяйственного мыла. Еще раз хрю-хрю-хрю. Хрю, хрю, хрю. Если же бы у меня такой был батя, мамы у меня бы точно не было. Она бы от нас просто ушла. Даша, никогда так с мамой не делай, хорошо? Мама в доме хозяйка. Мама сама стирает. Мама может и из дому выгнать. Спасибо за просмотр. С вами был Плюс 2. Меня зовут Стас. Пока. Ну вот это нормальный парень. Красавчик, да. Тренирам, цел дан, цел дан, тренирам, тренирам, цел дан, не желим бити неспреман. Тренирам, цел дан, цел дан, тренирам, тренирам, цел дан, не желим бити неспреман. Тренирам, цел дан, цел дан, тренирам, тренирам, цел дан, не желим бити неспреман. Тренирам, цел дан, тренирам, тренирам, цел дан, не желим бити неспреман. Тренирам.